Я тоже. Принял. Да. Так, так, так. Так. Так, так. Так. Блин, изи босс, шо ж ты в таком месте? Фу. Опять секунда остается. Ну секунду, блин. Как? Мне просто трындец. У меня один персонаж не так стоит, и все, и у меня секунда остается. Из этой той атомки. Мне атомку надо поставить правильно. Я не понимаю, у нас вроде все одинаковое движение, у тебя больше времени. Как ты там залез? Нет, нет. Переход хода лучше сделай. Мог, ну не приземлился же, все, успокойся. Да блин! Не хатр само. Ебас вышел, что? Почему он выжил? Кстати, да. Ну такое. Ну нет, почему? Оно все в разнобой стреляется, почему оно вот именно одна штучка полетела не так, как надо? Почему одна, понимаешь, все летят нормально, а она одна хреново? Вот, 93. Ну да. А как ты хочешь блок кинуть, чтобы он упал на минки? Ну блин, ну если бы не как-то я там не остался. Ты прижался к стенке, да? Молодец. Ну а ты прижался. Ну ты достаточно близко подошел пока. Не надо. Нет. О, ворот был. Не знаю, зачем мне этот ворот. Но я хочу жить. Что? Что? Он регенератор кинул. Посмотри, я сейчас сдохну, понимаешь? Мой ход, и я потеряю его. Понимаешь, я его сейчас потеряю. Посмотри. Охрененный босс. Одно хп было. Он меня убил. Я даже не прибегаю оружию. Он как солнце. Странно. Почему же, да? Блин, изи босс нормально стоит, в принципе. Но изи босс, он почти всегда меня не подводит. Прикинь, у меня сейчас 6 секунд.
Хина реально 6 секунд было. Экстренно нормально тэп, но так 6 секунд. Так я же должен померить. Блин, он там ранцем облетал эти штуки, а я не могу облететь их. Тебе тоже так кажется, да? Ой, слава богу, все, он это сделал. Так, первый ход есть. Это хорошо. Это уже что-то. Да потому что его убивают на тыке. Да блин, хватит. Хватит я их мочить. Разрушают. Так, ладно. Сейчас мы должны нравиться четко. Да, я знаю, что я должен. Я надеюсь, что ты не сдохнешь. Я очень надеюсь, что ты не сдохнешь. Фу, ворота не было. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. О, нет! Нет! Ты умер! Ты тупо сдох. Да, мой ход потерялся. Я еще ход потерял. Блин, это настолько все идеально шло. Блин, ты тупо сдох. Зачем ты туда тэпнулся? Тебя тупо уронили. Посмотри как, он промазал, понимаешь? Мы б сейчас убили бы двоих этих неофитов. Так понимаешь, я еще жив. В чем-то прикол уже. Как бы я еще жив? Я не подстрекатель, конечно, но я хочу убить хотя бы одного, так сказать, открыть охоту. Да. Мы еще ни одного не убивали. Нет, 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 тихо, тихо. Нет, блин, я упал на эту штуку. Блин, печально. Поле не спасло, все, я сдох. Я думал, поле меня хотел спасти. Блин, зачем ты сдох? Не, ну понимаешь, это максимальная безвыходность. Это была настолько безвыходность. Опа. Ты там приготовься, посмотри, где ты стоишь. Что ты там? Одна секунда. Одна секунда, блин. Одна секунда. Что это за дичь? Как в это играть? То есть ты потратил рубины, чтобы вот так вот сделать, да? Я же говорю, ты потратил рубины, чтобы вот сделать вот так вот. Так я сейчас еще потеряю ход, да? Опять. Я тебя убью, понимаешь? Да все равно я тебя убью. Ну. Да, я успел поставить балку. Не знаю. Ну хоть что-то сделал, понимаешь? Я уже чувствую, что мы не такие дубы. Что я натворил? Я поставил поле сюда.
Блин, я сейчас у себя звоню. Блин. Ну ладно, подожди, может быть, ну вдруг хорошо, просто полетит все равно. 24 хп, блин. Зачем? Он все равно не упадет. Убей нефита моего. Барьерами убей нефита. Поставишь негатор там. Ну где-то в... Да пофиг. Да пофиг, он не разморозится. Да убей его. Не меня, убей его. Вот барьером и негатор. И это дед меня. А, я умру все равно. Ты мне мало хп оставил, я умру. А, ты возле стенки еще встал. Ты возле стенки встал. О, ты вдвижу. Ну блин, я тебя спас, понимаешь? Я тебя фулом спас, так что выигрывай катку. Он вернулся. Он и вернулся, чтобы отомстить. Молодец, молодец, монстр. А, подожди, подожди, сейчас. А, нет, все, ладно. Давай пройдем, давай, давай, прыгай, давай. Конечно, мы пришли бы, если бы меня сейчас не убили. Тебя убило. Давай последний бой потратим на самую пеку, потому что не факт, что фузов таким темпе входит. Так, блин, я забыл, что надо. Начало неплохо, хуй, согласен. У меня опять дофига времени. Лучше пиши. А там не спать. Не знаю, куда бить. Пофиг. Нет, не ко мне, точно не ко мне. Нас уронит будет за двоих. Блин. Да блин, мы его не убьем, это печально. Это максимально печально. Так. Меня убили, тебя убили. Всех убили. Они не прикрывают атомку мою, понимаешь? Я просто не понимаю, почему. Да, у ворот там был! Там у ворот был аннигатор с критом. Оно поднялось наверх. Чем? Ты уверен? Ты поставишь поле, потом... А, там киш нету, блин. Все равно поставишь ты его поле. Блин. Как хочешь. Да, поставь. Поле поставь еще. Поле лучше поставь, атомку нафиг. Нет, лучше оставь атомку. Ставь атомку, ставь атомку, ставь атомку. Атомку ставь. Поле себе. Себе поле. Да, да, давай. И куву неофиту. Да, куву, 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 куву. Бронебойный снизится, и он должен... А,
О, видишь, не зря. Тут было продумано. Тихо. Она все равно попадает. Я же ставил поле, и она попадала. Так, давай, попади мне, попади, попади, попади. Блин, она не попала в неофита. Я хотел, чтобы он неофита убил. Печально. Тихо, ты не должен, ты не должен. Да. Нет, 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 нет. Зачем ты так встал? Да, блин. Блин! Я хотел его убить так, чтобы добить неофита в двух. Ну ладно, пофиг. Хочу я мучусь. Если бы атомка была. Просто атома ей не хватило, серьезно. И ты неправильно встал. Там надо было встать под... на углу, а ты встал хреново. Мы пришли бы сейчас. Да, он дает немаленький буст моему изи-боссу. Это вроде последний минг. Блин. Ты просто понимаешь, насколько я все успеваю? Вот именно в таких моментах оттачивается мастерство. Атомку поставь сразу. Нормально. Ну блин, хоть успел, хоть встал сюда. Уже хорошо. Нет! Как хорошо, что защита от огня. То есть меня могло бы еще утопить. Угу. Найс. Найс игра. Нет, 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 это шутка. Это была шутка. Ты не понимаешь шуток? Ты шуток не понимаешь? Понимаю. Свой человек. Ну как он мог не понимать, что это видео? Я тоже. Уф, сколько у тебя? А, блин, он же не скинулся, я поставлю негатор, что ли? Блин, перевязка. Я ставлю сюда поле. И ставлю негатор сюда. Да, идеально. Даже не попадает в меня эта хрень. Поле я поставил. Попали все равно. Мочи нефита. Мочи. Да, ледяную. А, вот здесь останься, вот на этой штуке, травке. Вот не там, не передевай, не надо, не надо, не передевай, не передевай. Пускай так будет. Да, да, он тебя должен скинуть, ты... Блин, урод! Да-да. Если бы чуть-чуть подальше, еще больше бы нанес. Да блин, почему он с другой стороны? Блин. Ну, единственный шанс, это... Что? Это вот так. Ну, блин, и уворот был, во-первых. И...
Встань на горбике, там, где я зомбарем помираю, пониже. Да, вот там встань. На. Да. Блин, я помер. Ну вот там, где горб, только ниже, чтобы тебя, тебя столкнули, понял? Нет, я хочу жить, хочу жить! Хэштег жить, хэштег жить! А я выжил. А я выжил. Забудьте. Да. А, блин, уже закончились, блин. Давай. Мы за 17 минут потратим, понимаешь, все попытки. Ну, да, я... Блин. Логично. В принципе, другому мне не нужно. Ебус, где ж ты стоишь, друг мой? Блин. Что? Этого я максимально не ждал. Угу. Давай. Все, это сдаемся. Это просто уже все. Максим. Максим, хочешь, чтобы тебя убили? А меня вынесли. Тебя нету в сети. Видишь? Ну блин, лучше последний. Мы тогда хотя бы знаем, что мы можем дойти до последнего. Блин, у меня, кстати, последняя попытка за фуз будет. Мне кажется, на горячую клавишу надо поставить, чтобы быстрее было. Я уже так наловчился, что у меня до хрена секунд стоит. Да.
Если бы ты не поставил бы блок, это было бы, знаешь... О, это охрененно, это лучше всё. Это реально лучше всё. Так, моего убила. Твоего убила. Так, они ходят. Блин, нету знака. Ты... Ты этого я не понял. Давай я этого сначала нефит убью. Сейчас же атомка прилетит? Да. Да, я сейчас чуть-чуть подкопаю еще. Так. Так вот. Так. Лети к тому неофиту. О! Улетело. Улетело. Добивай этого. Добивай этого. Ставь поле и добивай этого. Встань там, где я тебе говорил. Хас. Хас, он подбьет. И встань на горбике, там, где заварь. Чуть ниже горбика. Чуть ниже. Чтоб тебя могло скинуть. Я очень надеюсь, что ни один из нас не умрет. Нет, ты умрешь, Пульбасу. Это все, это минус ты. Да, это минус ты. Нет, ты Пульбасу сдох бы. Тебя инферно заколбасил. Так, блин. А я не знаю, чем его мочить. Блин, и моя балка не попала по нему. По моей. Я что-то не понял вообще прикола. Она все равно не происходит. Согласен. Я жив. Ну видишь, я еще поиграю. Я могу еще ледяную стать. Он не... О! Это радует. Он бьет меня. Мне это бесит. Он меня убьет сейчас. Не хочу смотреть на это. Ты просто решил быть не пятюком. Надо переименовать тебя. В телефоне, блин! А, в принципе, нормально. Подожди, я не знаю, что ты возмущаешься. В принципе, какая разница? Решай сам. Можешь наверх тэпнуться вместо меня. Меньше мин поставь просто. На одну или две.
много мин ставишь. Да. А нет, он дернулся! Знаешь, лучше бы он упал, бы, типа, он бы сдох хотя бы. О, я травил того. А, блин, нет, я вспомню, почему я должен там стоять. Кстати. Сейчас мы делать будем. Мега. А чё-то я тупой, да? Я его не скину, кажется. Да блин. Сорян. Блин, просто. Давай. Блин! Добивай его. И поле поставь. Посмотри, сколько у меня хп. А я перевязку срал? Нет, я перевязку не жрал вроде. Да. А знаешь, что самое смешное будет? Да. Зачем я предложил? Хороший вопрос. Тебе тоже так кажется? Аккуратненько, потихоньку ты туда долетел. Потихоньку, но долетел, понимаешь? Но я еще жив, подожди. Понимаешь, у меня столько хп было. Блин. Ой, я сейчас умру. Угу. А чё, мне по 35 наносилось? А, это походу минус один, это хреном, плюс 15 хп. А, нет, наверное, плюс 50, мне просто защита же. Всё, давай, проходим, проходим, всё. Настроился. Запомни, настройся. Настройся и все. Ноль секунд. Я просто не знаю, когда как я иногда успеваю. Тупо на нулях секунд уже стать кидаю. Атомку. А, ты атомку поставь, все, красавчик. Так, давай, и теперь инферно. Ну, кстати, тоже нормально. Да. Не, вообще главное, чтобы твоего зомбаря убивало. А вот это уже было страшно.
Это было страшно. Блин, мне надо сейчас лететь. Куда-нибудь. Видишь, надо пройти супер босса, кажется. О, у ворота не было. Летела за мной, ты видел? Какая зараза летела. Так, я этого добиваю. Сейчас мы чуть-чуть сделаем так вот. Ты поле поставишь. Я ему просто кув... Нах, с критоком. Да в смысле, поле, если атомка сейчас его убивает, все хорошо. И ты будешь мочить уже того второго. А, не знаю. Все, поставь поле и мочи неофита. О, я знаю, куда встанешь. Поставь поле. А, чуть-чуть выше неофита. Вот где-то, да, здесь. Кинь ему какую-то липучку. Да, вот какой-то. Аккуратненько только. Блин, он же требнется. Может быть, это даже лучше, может, что ты аккуратно. Может быть. Что? Он не хатер сломал. Это нечестно. О, блин! Блин! О, они все требнулись. Ну, блин. Этого надо убить, нефита. Регенте. А, и мой ход. А чем мне убить? Лазером. Блин, не знаю, зачем мне взял. Так, все. Не знаю. Так, я ставлю сюда. Это? Ну, я хочу его скинуть на эти штуки. Почему он так тупо? Ну да, добить его надо, понимаешь? Фух, как хочешь, что делай. Только... Не, попробуй давай. Только встанешь на краешек. Давай. Да, вот так вот. Блин, у ворота пошли в конце. Так, это даже хорошо. Тихо, он от одного, от второго. Сломал заземлитель. Блин! Надо убивать этого нефита. Он уже тренил. В чем прикол, то что я не могу уже его добить потом, понимаешь? Так, я сдохнул. Да. Я хочу липучку накинуть. Я не знаю. Посмотри, у него был ворот, и из-за этого он выжил. А ты не с мечом архитемно проходил? Я не смотрю на нас, я смотрю на него. Я хочу пройти. Нет, нет, нет. Да. У меня крит срабатывает, понимаешь? Когда кого... Посмотри, насколько я четко. Что, где я? Да блин, я смотрю, я лечу прям на них, я уже там. Да, блин, меня отравило. Ну, кстати, переход сейчас уходом можешь не давать, только не адр надо скинуть-то.
Я так решил уже. Только негатор закинь. Не кидай тэп. Ставьте три минки, не кидай телепорт и кинь негатор. Только под, так, чтобы он... Да, молодец. Блин. Так, у этого ворот было это хорошо. Что? Мне, кстати, это даже хорошо, хотя бы ходить можно будет там. Так, он раз, два, три, четыре. Меня убило, тебя убило. Все, шапка нормально. Ты жив, я жив. Он, блин, почему? А там пойдет в эту бабку. Я вот это не понимаю. Уворот. Зараза. Да. Ну блин, мы все равно не прошли, потому что там уворот был. Но если я... Блин, еще критака не было из-за танки. У меня залагало, оно долго билось кубой, я... О, а нет, всё. Да все, мы проиграли, давай, сдаемся. Понимаешь, две атомки не попало. Да не. Негатор. Да. Но мне кажется, меня сейчас тоже убьют. Ладно, не сейчас. Вот сейчас. Ты решил умереть, да? Ты решил первым покончить с собой, да? Я понял. Так ты встань нормально. Давай только, давай пройдем сначала этих, самое пекло. О, кстати, да. Так, давай самое пекло, не Армагеддон, да? У тебя нет боев. А! Да в смысле ничего не меняет там. Да блин. Мне кажется, я прям с ладом. Хей. Ну. Да. Только там как-то, ну не умри, спустись вниз лучше. Внизу безопаснее. Ну смотри. Блин, он сдвинул. Атомка сейчас промажет. Ух ты, я все равно упал. Ну... Точняк. Это ж каждый третий, да? От каждый четвертый все. Так.
Поставим здесь поле. Все, я тебе чуть помог, чтоб ты куву ударил. Белому куву. Ну, типа, ты еще раз на сороком ударь, так уж быть. А, у тебя нету крита, блин, печально. Но все равно. Ну, еще раз ударь на сыром. А, тоже вариант. Ну, не надо. А, нет, ну, это печально даже. О! Тихо. Он пытался. А это не хил, кристалл? Так, может быть, надо как-то к нему подойти? Я теперь сижу тут. Я админку попытаюсь разменить, а ты дальше. Потому что мне... Нет, ладно, ты сам. У меня времени не хватит, чтобы ударить его химика. Ух ты. Нет, там поле, во-первых, во-вторых, под водой. Блин, ладно. Куфа на Верочку. На Верочку. Пум-пум-пум. Да. Блин, а чем добивать алхимика? Не знаю. Блин, ты заметил, как-то у фермера немноговато хп? Ну, типа, круто. Чем? Я могу тупить. О, я хоть что-то нанес. Да. Поставь нам поле. Прийти к... Нет, лучше стой там, да. Лучше стой там. Поставь мне балку, чтобы мне... Поставь балку мне, чтобы я не утопился в ту ямку. Блин, я такой длиннющий, чтобы... Да, вот так. Нет, синенькие. Да. Утопил. Прилети ко мне. Прилети ко мне, поставь нам поле, чтобы... И каменюку бы туда попасть, чтоб четко туда. Кинь. Да. Давай. Если ты сдохнешь, я должен убить их, в принципе. По идее как. Но это не точно. Девяносто. Да, 90. Он умрет, да. 90. Блин. В смысле? Блин. Скинем барьером его. Или насрал.
Возьми яблоко на всякий случай. Все, Имгаз. Имгаз и мой фермер. Ну, кстати, ужасно. Они тоже? А, блин, осталось два, три кристалла. Может их помыть? Может я сама кристалла? Вертолетиком. Надо. Мы слишком быстро проигрываем. Так. И вертолетик. Так. 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 Блин. Поставь поле мне. И тоже ударь вертолетик. Чтобы нас не заморочило больше. О, тэпнись. Долети туда и тэпнись от того кристалла. Или тэпнись на кристалл. Поставь мне поле и тэпнись на кристалл. И разморозишься. Блин. Так подожди, не спавнят или... А чё, не спавнят? Так они ими пользуются или не спавнят? Или один спавнит, а другой пользуется? Твою. Я не хаттер кину. Ой, блин. Давай, я в тебя верю. Да, они только спавнят. Просто он как-то заспавнил, когда алхимик умер, и я что-то испугался. Что это будет больно, ну. Так, я тоже могу. Только не знаю зачем, но могу. Только у меня не трезубится. Знаешь что? Я кину ему газ. Нет, я его все равно убью газом. Походу никуда. Да. Давай. Если я умру, негатор стоит, у тебя поле стоит, фермер умрет. А, ассистент не сдохнет, кстати. Так, они спавнят? Или они делают их? Мне кажется, они хотят меня убить. О! Поезд не сработал. Тихо, у меня ж нету доп. Я жив. Нет. Не надо. Хорошо. Я не знаю как.
Да, я не знаю как. О, балка базука, точнее. Почему я так притянулся сюда? Тихо, 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 тихо. Еще и полтора, все. Мне кажется, все, я все идеально. Тебе не кажется так? Я убил и ассистента, и фермера, и сам не сдох. А, прикольно. Мочи ассистента. Ну такое. Так я его мог синенькими ударить, а так я его не мог ничем. Мне кажется, мне все равно. А, нет. А, точно плохой. Дев. Который называется двухшаровая плотина. А еще есть это. Если он все-таки это пройдет, я готов умереть. О, попал. Это пиво. Наковальня. А потом я и вторую наковальню. Да давай наковальню, пускай он топится. Я еще одну пущу. Интересно, попадет? О, видишь, что ты хотел? И, наверное, свали от меня, а то ты сдохнешь. Да, ага, чтоб самому сдохнуть, не. Навью. Не знаю. Кстати, его хорошо бы сейчас жарить. Он будет там жариться. А ты видел? Ты сам не умри, пожалуйста. Видал, двухслойная защита сработала. Чем его? Блин, я свою двух плотиновых защиты. Может, метеориты? Ты видел? Два метеорита четко в него полетело. Да. Ну да, чтобы скинуть вниз, правильно. Да блин. 36 хп. Что он? Иди к нему, иди к нему, иди к нему. К ассистенту. К ассистенту. Без ассистента. Давай. Ну, подальше от Ярика. Можешь вниз, тэпнись вниз. Вниз тэпнись. Да он не попадет сейчас в фиряшку, дай мне сниз. И кинь агатор, чтобы ассистент упал и не хитился. В смысле? Блин. Атомку поставь куда-нибудь. Промаешь, чтобы потом его зауронить. Нет, у него штокс не надо. Не надо, чем-то другим. Давай. Хреначе. То, что надо. Да.
А там он какой-то косе. Давай добивай этого ассистента. Блин, а ты мне чуть-чуть в бок. Телепортом с Ариковым. Бесит это, добивай. Вали туда. Вали в тот островок. Веревка телеп... Да, веревка, давай. В самый конец, там где камень. И бункер Ярику. А двухслойная защита хороша. Утопи его. Да. Пранчиком. Не знаю, постарайся. Нормально. Да. Ключик. Что? Шапка Тана? Рождественная. А, снотворные? Я его взял уже. Я уже его взял. Я только хотел сказать. А... мне вызов подкрепление. Ну да. Не, ну кстати, мы, наверное, один подождем. Пока восстановится один. Да. Ты взял второй перс, да? Знаешь, я просто... Просто когда мы на супербоссов пошли, я за свою мысли... Лишь бы не забыть взять второго перса на Ярва. Ой, на солнечного жреца. Блин, они так похожи с собой. Нет, он должен сдохнуть, он должен. Чего? А, ну да. Да, не надо. Все, а мне... Да не надо. На маленького пирса ничего не надо, он должен сдохнуть, особенно у тебя. В этого, в которого я. Ну так, надо в него. Да, в этого. У меня что-то сейчас подвоюет. У меня сейчас подвоюет, надо будет обновить страничку. Нет, типа, мне надо будет тончик просто собрать.
Негатор. Негатор говнее. Трындец. Красавчик. Да нет, блин. Да. Делал один раз, когда у нас все хорошо шло. Что? У меня маленький зомбарь вышел. Блин! Я этого не... Вот почему он должен подохнуть, понимаешь? Я этого не ожидал. А тут... Да, негатор сломался. Меня, поставь балку. Блин, а теперь метрина снялся еще. Да, кстати. Вот. Он еще жив, понимаешь? Он только сейчас сдохнет, когда солнечные жрец его. А я не знаю, типа там ничего нема. Ты живой? Ты живой? Ты живой? Ты мертв. Одно хп. Одно. Одно хп. Я его смогу сидеть. Да нет, поля мне нужно. А... Ага. Ага. А. Да, уже был. Уже было все хорошо. Да блин! Я не знаю. У ворот, наверное, сработал. Не, ну, вообще круто, что он не сдох. Это я согласен. Я не ожидал этого. Ну кому как? Есть, но, блин, у меня как бы времени. У меня. У меня. Я же экстренный потратил. Кува этому, значит. Значит, этому кулу просто. Критак! Я не знаю, как бы, может быть, бить каждый раз критаком? Типа, критак не нравится. Снотворное вверх просто кинь. И негатора. Отойди от него, негатор, аккуратный. Аккуратнейший негатор, который кидал. Ну, вроде аккуратнейший. Я надеюсь. Вот знаешь, когда он вылез на нефит этого, я уже пугаюсь. Да что, так же, два года. Блин, мне ж надо тут убежать, блин. А тебе надо перевязку взять. Если ты не сдохнешь. Так. Надо, чтобы ты не сдох.
Да. Сейчас я здесь поломаю. А я не надо. Я только с возьму. Так. Да. Чтобы его убить. Зачем ты? О, перевязку, перевязку, охрененно. Добей, добей этого, добей этого. Нет, добей этого, добей, добей, добей. Добей того, неофита. Да, его надо убить. Да. И встань на косточку. Хорошо, что я вниз снизу стоял. Я добиваю этого неофита и начинаю мочить второго неофита. Да. Да-да. Нет. Так, чем? Липучку? Надо аккуратней. Надо, знаешь, что сделать? Сделать вот такую хрень. И сделать... И с... Нет. Давай, давай. Ну, ли... ну почему ты не падаешь? Скинь его просто на эти штуки, он умрет. Да. Душмет, душмет. Да. Встань где-то на... просто на краешке чего-то. Нет, у... спустишься вниз на уровень. На уровень спустись. Да, вот. Спустись на уровень вниз. Да, да. Да, на краю. Давай. 15 хп. Блин, ты ж не спустил. Ты на край не встал, блин. Чё ж ты на край не встал? Блин, 922 хп я его не убью все равно. Что? Это нечестно. Я бы его убил бы. Ты должен был на храйв. Блин, ты понимаешь? Сейчас тебя. Мы прошли бы сейчас. Да, блин. Блин. Ты не забудь своего перекинуть.
Ну, ладно. Пускай инферно. Инферно. Парень. Не надо хоть как-то, знаешь. Надо правильно. Да блин. Минус 616, нормально. Фу, блин, я думал, надо будет убегать. Согласен. Да, блин. Не забудь убежать. А прикинь, веревка бы не схватилась. Ну, как бы, да. Ну, давай. Да. И останься, наверное, на ровно. Давай, 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 мочи. Давай. Бесит. Он меня бьет. Нет, я еще не жрал. У меня было 400 хп. Мне эти штуки только 6. Нет. И сверляшка такая летит. Здорово. Брат, давно не виделись. Да. Барьеры сначала. Ну почему нет? Давай, давай, давай. Два хп. Да. Не знаю, как вы, но мы хотим. Если я не сдохну, тоже будет хорошо. Блин, 24 хп. О, ты впервые выжил дольше, чем я. Давай. Что именно? Нет. У меня заморит, посмотрите. Ноль секунд. Я ж надеюсь, он заденется. Блин. Надо, чтобы он тренигатор скинешь ему. И он скинется. Сейчас он... Да.
Давай, четко. Блин. Да стреляй в изи босса. Да блин, почему он не летит там? Ну хоть изи босс не умирает. Уже радует. Да блин. Да. Приятно. Лечу на чудеса. Шемина. Кто так поздно думал? Блин! Да ну блин. Да блин, он врут. Кстати, да. Ни одного врута не было. Да, там броньбойны сейчас минус. Промолчать? Да блин, как он? Как он попал в меня, твои фразы? Понимаешь? У тебя новый способ умирать? Мне кажется, ничего. Одно хп. Сейчас, может, я не зайчик. А, вот это. Добей нефит этого. Одно хп. И 177 тоже может добить. Я его подуронил. Не знаю. Я бы липучку кинул. Там барьеры еще докинул бы. Почему? Вот зачем? Вот просто зачем? Давай, нефиту. Липучку, липучку. Липучку нет. Нефи. Погнали. Тогда хилься. Важно, чтобы на моей липучке ты не скинулся. Я думаю, так нет, оно бы не попало в переселение поле. Он бы в землю просто прожарил. Четыре штуки осталось. Так, вот, нет, вот, вот такой охранник, это так, на всякий случай, ну ты согласен со мной? Даже не приходился, блин, нет, 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 фух, все, я спрятался.
Стазис, тебе. А мне синьки мимо. Да. Или нет? Я надеюсь, что ты толкнешься. Синьки сейчас должны решить. Да, да, я вижу. Что у меня уже ранцы закончились. Ну почему ты так долго с... Да блин, лагает. Что? Оно все в тебя полетело. Нет, пожалуйста. Нет. Ну ты все равно помер. Блин. Что? Да. Еще раз покупаем. Покупаем. Все. Проходим. Да. Надо просто перед тем, как неофитов бьешь, кидать им снотворд. Да. Блин. Печально. Я вот думал, что это я, давай. Прыгни, прыгни, прыгни. А. А, все понял. Хреново. Инферно как раз. Давай. Не в ту сторону. Мы его утопили. Мы утопили неофит. Зажрать или мы не пришли? Ну типа не гадр самон. Да не. Да, мы не сможем. Я просто кого даю. А вдруг? Вдруг прокатит, да? Ну блин, надо убить его хотя бы сейчас одного. Мы его не убиваем. Да. Нет, возьми по солнечному шрицу. Ha ha ha.
Он сожрал перевязку. Ты жив? Ты впервые... Ты, кстати, впервые выжил, да. Ледяной стазис? А, ну давай. Сейчас посмотрим, сколько ты будешь. В смысле, не то я... Ага. Я пошёл обновлять страничку, чтоб не лагало. Значит, это как с киборгом. Вот его поле. Не успел взять. Да-да. Блин, я шпицу хочу начать. Мы так же всё вот делаем, понимаешь? Блять, ну тащу, пацаны. Шо, блять, ну 650 за рулю, я понял. А, тут должна быть. Надеюсь, по-быстренькому. Стрим уже идет 33. Не, я смотрю ченнела. Ты же будешь сочить, ты и смотри, а я буду ченнела смотреть. Три первых хода. 3 минуты, я даже не... Я даже... Все, мать, артефакт у тебя парашный какой-то, пацан. Стараюсь тебя. Я не стал на и дважды задел эту ебучую ограничитель, и мне просто дали типа 100 баллов, хотя у меня было 80, то не будем уже вспоминать старое, как бы обидное, и так, сейчас бы гонял бы. Сейчас бы, бля, катался бы, сука, на машине, ебаный в рот. Обидно. Так, значит, напарник, надеюсь, ты... О, кстати, у него плюс к этой хуете, да? Прикольно, молодец. Он сейчас это прикольно. Это минус 100 хп. Четкая тема, пацаны. Значит, так, продолжаем. Быстро, быстро. Сейчас нужно атомку поставить. У меня на четверке, ребята, атомку сидит, да? Да-да-да, сидит. Ну, наконец-то, хоть какая-то горячая. Этот чувак уже сидит четко. Все, сидит, стоит, бежит, не похуй. Главное сейчас, ребята, чтобы мой напарник не рабанул при уроне жреца. И, кстати, атомка, чтобы попала. И тогда реально все будет изи. Минку заморозку могу поставить по фану. Блок мы не ставили. Сейчас чисто кидаем блок. Больше ничего не надо делать, да, пацаны? Все, у меня все заебись. Вот так, просто четко, смотрите. Раз, все, у ворота криты, хуеты. Главное сейчас, чтобы не прикрылись, пацаны. Вот смотрите, бля, это прям пизда. Я не понимаю, на каком, сука, основании эта мразь кидает сюда балку. Вообще не понимаешь, что, сука, его там... А, он же это понял. Он защищает жреца. Я теперь понял. Это надо, чтобы ходил самый правый, пацаны, по идее, да? Слава богу, не прикрылся. Теперь, ребята, поймите, запомните. Если эта мразота ходит, то ворот... Ебой! Да, блядь, крит, сука! Вот это я понимаю, чуваки. Главное, ай, плюс-то не попадись. Молодца!
Ну, напарник не раб. Но в любом случае, ребята, похуй я сейчас... интернет на минуту. Сейчас буду умирать, сука. Ребята, походу, я сейчас буду умирать. Не, ну сейчас как юзану! Сейчас как юзану, блядь, это пизда будет. А если я сдохну, блядь, что-то не получится заюзать. Встань поближе к мне, блядь. Встань поближе ко мне, чтобы не убили. Ай, все, пизда рулю, я понял. Просто не убивайте. Ай, блядь. Повезло. Ребята, напарник меня спас. Реально, ребят, напарник меня спас. Кто не понял, это было... Охуеть, 400 хп. Прыжок, прыжок, прыжок. И далее, пацаны, учите, сука, тройными прыжками. На, нахуй. Раз, два, три. Поле нужно поставить, пацаны. Все, по красоте сейчас будем делать, ребята. Ставим сюда поле, короче. Берем гравибан. Мне все равно больше ничего делать. Мне все равно ничего больше делать. Ну, типа, даже если не без защиты огня проходит, мне нечего платить больше. Да не надо мне. Я чайно его смотрю. Ну, прямо. Балочку на всю силу, играю балку срочно! Вот она. Не получилось, не фартануло. Ну ладно, ребята, кидаю, короче, газ. Сейчас самое главное... Ребят, вот самое главное сейчас. Ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо. Главное, чтобы сейчас что было. Убери чес. Да подожди с своим чесом, блядь. Ты смотри. О, опять ты... Меня спас. Бля, кстати, хп, ребята, обоим нужно, да? Нож не попадет. Ой, блядь. Ну, я не знаю. Возможно, попадет. Это же, блядь, там разгон большой. Я же говорил. Ну ладно, тихо. Главное, чтобы сейчас меня не попали, пацаны. Ой, все, пошла жара, пацаны. Смотрите. Фут, фут. Нормально. Все, живем. Сейчас он, походу, меня пизданет прям в него, пацаны. Пиздец. Вы видели, ребят? Да ладно, похуй, сколько у меня хп, да? Самое важное, чтобы сейчас мой напарник зауронил вот этого долбоящера. Хотя, может, даже не уронил, 700 мхп с ними. Но не надо все-таки рисковать. Итак, напарник, давай, вспоминай, как тебя я учил. Что ты сейчас делать будешь? Не знаю, что ты будешь сейчас пытаться. Главное, чтобы он, ребята, меня не задел. Что он делает? А, тяжелый лазер, молодца. Вот так, осторожно, чувак, слишком близко подошел. Увороты. Да похуй на увороты, ребят, похуй. Смотрите, мы сейчас чисто... Вот, смотри, опа, опа, у ворот, да похуй, ребят, все, изи, блядь, изи. Теперь смотрите, ребят, как по фану, берем ранец, шапочку не забудь, балочки, все, вот эту поебень, ребята, сейчас чатик вырубим. Так, сейчас чат, ребята, вырубить, так, сюда, успею, ребята, да, вроде бы успею. Так, значит, сюда ставим балочку, сюда ставим балочку, сюда ставим заземочку, сюда ставим охранники, зачем, без понятия. Да не ставь ты охранники, ебаный в рот, можешь поставить сюда барики. Вот, они тебе нахуй не нужны. И берешь тазик, блядь, тазик, берем тазик, потом кидаем антиуворотин. Потом мы... Опа, сейчас он заюзал, это, конечно, обидно. Это, конечно, обидно. Это очень обидно. Ладно, ладно, пацаны, сейчас что-то буду надеяться на что-то хорошее. Блядь, ну, 650... А ты там... Да хуйня, пацаны, ты сейчас что-то приду. Ты не туда встал, ты ниже встал. Ага. А ты внизу. Ага. Очень обидно. Ладно, ладно, пацаны. Сейчас что-то буду надеяться на что-то хорошее. Блять, ну 650. Да хуйня, пацаны. Сейчас что-то придумаем. Так, напарник, ты главное, Тед. Не умирай! Ты, главное, не умирай. Давай, кидай антиуворотин. Бля, пацаны, я не хочу сейчас, не хочу, конечно, сейчас дезморалиться. Ребят, если у моего напарника нету антиуворотина, то это пиздец, ребята, понимаете? Это... Увороты, может быть. А,
Это пиздец. Все, чекайте. А, хорошо пошла, молодца. Теперь, ребята, нужно просто взять мою шапочку. Надеюсь, он знает, что он делает. У него 600к рейтинг, я уж думаю, не первый раз проходит эту боссную сучку. Бери, сука, мою шапку. Господи, тупой, тупой валенок. Бери шапочку мою. Блядь, не успеешь, не успеешь. Ой, все, пизда рулю. Короче, минус напарник. Минус напарник. Минус напарник. А, бля. Молодец, молодец. Только ты сдохнешь, братан, ты сдохнешь. Сожалею, ребята. Он даже шапку не... Сука, ну тебя нахуй. Ребят, поняли прикол? Он даже мне шапку не дал. Короче, сейчас объясню. У меня балок нету. Ну, все, ребят, мой напарник долбоеб. Вот и все. Я не знаю, что еще добавить. Он балку не поставил, шапку не оставил. Иди нахуй, короче, мы не пройдем сейчас с тобой. Потому что 373. Ну, короче, я не сниму столько хп. Даже если я и сниму, как я выживу от этой хуйни. Ну ладно, 13 хп. Может быть, как-то затащу, ребят. Ну, напарник у меня долбоеб. Это прям факт. Да. Ща убьет. Ну что, напарник и блан, блядь. Ну, повезло, повезло. Но это я не знаю, как сейчас я буду выживать. Ну, ребят, ну реально это прям пиздец, честно. Ну вот, вот каким, сука, хуем сейчас я реально без... Блядь, ты долбоёб, ну серьезно, нахуй. Балку не поставил, сдох, сука, сам, пиздец, блядь. Сейчас я возьму, короче, фриз за регенерис, хуй его знаю, пацаны. Да пизда просто, ребята. Понимаете? Это жопа, просто жопа. Так, зарегенился я вроде бы. Так у меня было 13 хп, пацаны. 13 ебучих хп. Сейчас я его убью, конечно, но неприятно, блядь. Ну что, прыжок. Надо, ребят, сделать себе площадку, понимаете? Надо уже постараться, пацаны. Я осторожно буду гнать велосипед. На, нахуй, сука. Ребят, у меня вампирка 15, нахуй. Все, блядь. Ну, тащу, пацаны. Шо, блядь, на 500 онлайна тащу, блядь. Просто вы видели, блядь, я думал, что напарник реально какой-то норм. А если сейчас реально меня будет пиздить дальше, то я, походу, сдохну, что ли? Уворот. Ой, пизда рулю. Все, пацаны, у него был уворот. Только что был уворот. Он мне еще говорит, сними меня в ЧС. Вот, братан, если я бы сейчас бы не затащил бы этого босса, вот что я бы тебе мог бы сказать, а? Ты из-за тебя, если сейчас должен сидеть, стараться и... Не тупить, потому что ты, блядь, не мог, сука, включить мозги, балку добавить всего лишь. Мне из-за тебя пришлось носорогом рушить карту, чтобы как-то себя обезопасить. Так, значит, он сейчас юзать не сможет, метеорики не все. Что по поводу клана Евгений Русаков? Не знаю. Если ты по поводу Мкорпа вступай, там есть вроде бы места. Вот сейчас метеорочки, вот и все. Изичные, пацаны, босс. Главное тут смотреть. А, я его убил. Ну вот и все, типа сейчас главное выжить. Вот и все, пацаны, ну ничего в этом ебучем боссе нету. Прошел с 13 хп. Такая вот хуйня. Окей, теперь, ребята, еще... А, теперь реально... Бля, понимаю, надеюсь... Сейчас, ребята, чтобы мой напарник не рабанул при уроне жреца. И, кстати, атомка, чтобы попала. И тогда реально все будет изи. Минку заморозку могу поставить по фану. Блок мы не ставили. Сейчас чисто кидаем блок. Больше ничего не надо делать, да, пацаны? Все, у меня... Угу. Все, заебись. Вот так. Просто чёт. Да нет. Погнали. Я только сейчас понял, что я, оказывается, смотрел твою демку, ты зашел в арену, я думаю, это я захожу.
Фу. Может, это все из-за твоей записи глухает? А вдруг? Ну смотри, если я услышу из лагов, ты тупишь, ты нафиг вырубаешь ее. Я тебе там даже разрушил кусочек карты, видишь? Можно, но так приятней. У меня 10 секунд было. Я не знаю, у меня все настолько четко вышло. Я все сразу взял, я все сразу поставил. Ничего не заглючило. Не успел. О, я вызвал у него. Да блин. Хватит меня уронить. Я против этого. О, я опять зауронил. Да блин. Убегу. Я вид зеркалил. Ты видел? Ну я. Так. А себя, наверное, не гатор. И более. Да, там как бы хреновая. Крит! А там КБ хреновая. Да, убили. Это самое главное. Теперь поле. Риск. Ну давай. Поле поставь. Ну не идеально, конечно, но ладно. Мочи его. Поле и мочи его. Блин, если бы ты поставил идеально. Крит мой. Неплохо. Я бы сказал, идеально. Так, я поставлю поле, потому что... Делаем так. Идем к... Ой, блин, я думал, это хренак. Мочение фита. Ух ты, это здесь, да? Ну да. Максимально. Почти максимально.
Ты этого хочешь, да? Я тоже этого хочу. Да. Я помираю все равно. Нет, тут одно хп. Я выживу, кстати. Да. Лучше за рубины покупать. Но это было не в моих планах. Мне два. Блин, отравил, ну ладно. Что поделаешь? И, кстати, кабан это самый бесполезный, типа, раса для боссов. Для босса. Типа, для босса же нету. Ну это для босса, это босс же не пользуется рывком. Что плохо, я... Идеально. Тихо. Меня зауронило, тебя, меня. Я травил его. Неофит ставит атомку. Ну я ж вроде хорошо поставил. Я в 104 очках Марик поставил. Да! Блин, там... Добрый неофит. Мне только что надо взять. Как бомбись. А что я не могу сделать прыжок? Я уже испугался. Блин, я забыл створ накинуть. Шесть хп, и он мне здравит. Пал бы. Хорошо, хорошо. Ха-ха-ха!
Чего ты молчать не можешь? Зачем ты базаришь? Вот, объясни. Просто... Я забыл, что там вода. Блин, если бы ты помолчал бы, я бы его бы добил бы лазерами. И этого, может быть, кстати, снотворным бы кинул и убил бы его. Да все, сдаюсь. Давай дальше. Все, давай, сдавайся, пошли дальше. Пока мы разогреты. Ну, давай быстрее. В смысле, я не убью, я уже сдался. В смысле, я тебя не вызываю. Ну, ты исход. Алло. Ты все? Ты в бою? В бою. В бою. Я не вызывал тебя. Я по арсеналу кухаться. Не может быть пропущенный вызов. Ты в бою. Ну, ты зашел? Все, собрались. Все, это по-серьезному. Это последний раз. Да, блин. Пам-пам. Давай, лети. Зачем ты бур на горячий клавиш? Понятно. Прям сразу. О, меня убили.
Тихо. Он нечетко на балке, значит, стоит. Ой, нечетко на подоконке. Блин. А, нет, блин, это не... Сразу. Да, блин, теперь так. Всем, говорит, так хуже. Да! Убили. Убили. Да. Ты потом сунь. Да, пули поставь сверху. Можно. Главное, стой как-то сверху, чтобы он не тыпнулся. Ну, типа, солнечный срез. С чем ты все разгодно закинул? Блин. Блин, он только все. Ну, смотри, я трачу, короче, последнее снотворное. Нет, ты же должен на солнечного жреца кинуть. Где снотворное? Вот снотворное. Да, я... Мочи... Нефита, наверное. Подожди, а ты тэпнись. А не тэпнуться тебе надо? Да. Барьеры понакинем ему. Нет, ладно, не тэпайся. Бей его. Все, бей его. Ладно. Нормально. Или нет? Ну зачем ты так встал? Брат. Ну зачем? У меня снотворные закончились. Вон. Блин, ну почему так? Ладно, погнали. Так. Не, ну блин, меня бесит этот Костя. Ну я выбрал, я нажал два раза, пробил, ну блин, Костечка. Мы не пройдем, сдаемся. Сдавайся, не кидай снотворное, не трать. Сдаемся.
Доктор Хаус все равно не появится у Биофита. Парень. Как много времени. Блин, а как он прикрыл атомку? В чем прикол? Крит. Все криты. Ну, кстати, я думаю, его надо, кстати, сейчас добивать, а того не... Да, я пошел его добивать, а ты... Это... Того мы... Ты того... Поставь атомку, кто... Если что, кубу дашь. Если, ну, я этого добью. Я этого убил. Поле поставь мне, вот там вот... На уровне, который выше меня. Там поставь поле. А поставь атомку на Фита. И встань вот на тот холмик, на противоположный, где зомби умер. Противоположный. Там, где я обычно помираю. И от тебя должно оттуда скинуть. А, блин. 6. Я надеюсь, что ты выживешь, скажем так. Просто выживи, понимаешь, тебе больше ничего не надо. А, похрен, видишь. Блин, еще. Аз. Он вернулся и он поставил от защиты танки. Он прикрылся от атомки. Блин. Он все умер. Ну, кстати, он умер хорошо. Блин, у тебя фузов остается мало. Давай лучше уже. Нет. А ты задонатишь, а я нет, у меня столько же фузов, сколько у тебя сейчас. Давай уже лучше завтра. У нас завтра еще бои появятся бесплатные. И вообще будет бои.